28 августа в правительстве области состоится 47-е заседание Орловского областного совета народных депутатов. В повестку заседания для обсуждения внесено более 40 пунктов. В их числе вопросы, касаемые статуса многодетной семьи, мерах ее соцподдержки, а также порядок эвакуации транспортных средств на спецстоянку. Кроме этого, депутаты облсовета обсудят и новую для региона патентную систему налогообложения, специальный налоговый режим для индивидуальных предпринимателей.